Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской государственной телекомпании Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симонян. Ну, представьте себе, вы работаете в СМИ, и вы должны под всем, что вы делаете, писать «иноагент», «произведено иноагентом». Каково это для любого СМИ, для аудитории? Раскрывать свои личные данные, раскрывать условия своих контрактов, раскрывать условия контрактов с работодателем. Все интервью, которые вы берете, докладывать в министерство и ведомство. Но это же, ну, это не работа. Это просто изначально условия, которые должны уничтожить нас как СМИ. Деятельность телеканала оказалась в центре внимания Вашингтона в связи с расследованием предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году. RT обвинили в оказании влияния на политику в интересах Кремля и разжигании недовольства в США.